Еще раз Что? представьтесь, пожалуйста. Старший инспектор отделения по исполнению административного законодательства Рудакова Елена Николаевна. У нас зарегистрированный материал в отделе полиции по факту проведения пикета 30 октября 2021 года. В списке лиц, участвующих, значитесь вы. Скажите, пожалуйста, вы можете прибыть в отдел полиции для дачи письменного объяснения по данному факту? Направляйте повестку. Ну, то есть вы сами не можете подойти, да? Ну, в каком смысле не могу? Я могу, я не вижу в этом смысла. У вас какие-то вопросы ко мне? Ну, вы направляете, вы для чего меня вызываете? По какому вопросу? Хотели бы опросить, откуда вы узнали, что будет проходить пикет? Какой формат вы предполагаете это? В каком формате вы меня приглашаете? Хотели, чтобы вы пришли, так как материал у нас зарегистрированный, в качестве свидетеля. Извините, как вас зовут еще раз? Рудакова Елена Николаевна. Вы меня приглашаете для чего? Для беседы, для допроса, для чего? По какому делу? В каком процессуальном качестве? Пока у вас никакого процессуального качества. Для беседы вы называли свои данные, то, что участвовали в пикете. У нас материал зарегистрированный. Хотели бы узнать. Материал у вас о чем? То, что прошел пикет на улице Ильича 30 октября. Далее что? Вы правонарушение в этом видите или что? Пока ничего не видим. Вы там как участник. Не понимаю вообще вас. Но это был одиночный пикет. Что дальше? Но вы можете прийти в письменном виде вот это изложить. У нас материал зарегистрирован в КУСП. Мы должны по нему принять решение. Вы там были участником одиночного пикета. Ну вы какие Чтобы вопросы? Принять решение, у нас нужно от вас письменное объяснение. Вы какие вопросы-то мне хотите задать? Я не могу понять вас. Ну вот вы когда придете, мы вам вопросы зададим. Ну хорошо, я жду от вас повесточку и приду с представителем, если вам потребуется от меня. То есть по повестке, да? То есть по повестке. Без повестки я не вижу... Все хорошо. Всего доброго. До свидания. До свидания.